Итак, проникновение в резервуары. Так, четвертая часть, предпоследняя миссия. После победы над Ковенантом и светового моста спартанка Палмер вошла в пещеру, которой командование людей так присвоило кодовое название «Цистерна», несмотря на наличие большого количества стелс-отрядов. Санхейлы, это те малявки, Палмер продвигалась вперед, умело расправляясь с силами противниками. Так, глубоко в цистерне она нашла вход в структуру, огромные врата конструкты и причесть, за ними находился источник сигнала. Конечно, тогда ученые расшифровали первую часть радиопередачи «Предтечь». Это было одно слово. Палмер. Они предупредили спартанку о том, что структура, кажется, знает ее имя. Там какой-то искусственный интеллект, и судя по баллам, мяса будет много. Камуфляж это хорошо. И давайте еще возьмем усиление щита. Как я их? Только что светлый меч мне не дают здесь взять. Фух, мои молодцы забросили. Бери гранаты. Их полно, оказывается. Ну, возьмем, а что делать? Вау, это какой-то явно был дохлый. Иди ко мне. Ой-ой-ой. Yes! АБХС, все. Разобрались с этими ребятками. Ну, я люблю зачищать, я зачищу все здесь. Так. Винтовка, думаю, будет покруче. Ой, я даже его к нему не дотронулся. Где ты, мой дорогой? Чудесно.
Давайте, давайте, давайте. Так, с оружием. Голограммы нет, не нужно нам. Что, что, что? А винтовка. Нету патронов. Чё, здесь нет никакого даже... Ни хрена нету никакого оружия. Придется с пистолетом бегать. Чего найти дверь в храм? Гранатки, гранатки, все собираем. Ух, побежали. Вот это классное противник оружие, просто супер. У нас уже 102 тысячи. Очень было недалеко. Итак, последняя миссия. Источник. По мере продвижения вглубь цистерны, инженерное оборудование становилось все более ненадежным. Сигналы притеч влияли на все устройства, способные принять его. Инженерные отделы лихорадочно пытались сохранить свое оборудование в рабочем состоянии, но спартанская броня Мьёльнир оказалась способна противостоять помехам. Так, предположим, что такое буква М? В, мягкий знак М. В общем, разобрать невозможно. Так, Палмер смогла следовать за сигналом дальше в глубину пещер и наконец добралась до его источника. Когда она подошла ближе, код предтеч преобразовался в различимые слова. «Палмер!» – прозвучал голос. «Помоги мне!» С этого... Так, с того момента цель миссии сменилась с разведки на спасение. Что же, здесь опять же будет мясо небольшое. Давайте, мое любимое оружие. Усиление, давайте урончик возьмем. Функции брони, спринт,
Не хочу спринт. Давайте стражника возьмем. Все-таки последняя миссия, очки куда-то надо тратить. Забрать останки спартанца Дэвиса. Ух ты, а что здесь Дэвис? Так, и был так, сержант Линдсей Астуриас. Убивать элитов. Это как чистить луковицы. Сначала пробивая щиты, потом броню, потом кожу и кости. Ну, может, не совсем как. Так, эскортировать инженера консоли. Давай, гады. Вот эти два пулеметика, блин, крутяцкие, конечно, человеческие. На тебе. Туралька, думаю. Офигеть, а ты чё по мне палить-то начала? Я понял, их нужно уничтожить прямо сейчас. Я что-то думал, что может не сейчас, а на потом. Ладно. Раз, два. Так, кто там появился с моим любимым оружием? Разбирайся с ним. Живой еще остался. Вали. Патрончики. Так, в общем, осталось тут всего ничего. Отвали. Все, моя турелька справилась с этим недобитком.
танки Дэвиса на Пеликана. Где Дэвис? Да вообще, по-моему, непонятно, что мы забрали. Yes, миссия выполнена. Палмер, помоги мне. Смотрим. Получение послания. That planet was made to build things out of galactic material, and it tried to build something out of what was left of Davis. Что-то собрать из останков Дэвиса пытались. Пыталась эта ерунда. Spartan Davis was my friend. Дэвис был моим другом и хорошим солдатом. He deserves better than to be wiped out of our training records. Имя стерли из учебных архивов. Вот и все. На этом и закончилась наша миссия. Ну, как-то немножко непонятно. Ну, всем спасибо, кто был со мной, смотрел Halo Spartan Assault. Мне было очень приятно поиграть в игрушку из серии Halo. Как говорится, за неимением консоли наслаждаемся тем, что есть. Всем спасибо, до новых встреч. Активируемся и валим. Бабах! И одно из больших садов Ковенанта. А это вам не третий. А ну.